В общежитии номер 10 Казанского федерального университета, который расположился на улице Губкина, еще в далеком 1961 году завершили ремонтные работы. Под изменения попали кухни, туалеты, ванные комнаты, коридоры, а также некоторые жилые комнаты. Была заменена бытовая техника, межкомнатные двери, напольные и настенные покрытия. Однако, по словам директора студенческого городка Радика Николаева, на сегодняшний день проделана лишь часть работ, со временем предстоит к ним вернуться. Все дело в стремительно приближающемся учебном годе и количестве общежитий Казанского университета, также требующих улучшения. В этом году мы вряд ли сумеем туда вернуться, но в планах, безусловно, есть довести до ума это общежитие. В планах действительно обозначено, что в комнатах тоже нужно будет производить ремонт. Поэтому о сроках сейчас пока говорить рано, потому что задача сейчас стоит очень такая в сжатые сроки, закончить к началу учебного года. Те ремонтные работы по капитальному ремонту – это по общежитию модели Кутуя. Производится капитальный ремонт с заменой всей инженерной коммуникации, с заменой всей штукатурки, электрики, а также всех систем молоточных. Студенты, проживающие в общежитии номер 10, а их, между прочим, 265 человек, безусловно, рады изменениям. Кто-то въехал впервые только в этом году, а кто-то уже почетный житель, имеющий возможность сравнить до и после. Мы уже здесь живем 4 года. Сначала до ремонта тоже мне понравилось. И общежитие, и удобство тоже было неплохо. Но после ремонта уже стало вообще лучше. Все поменяли. От пола до потолка. Не все комнаты сделали, но говорят, что сделают. По словам директора студенческого городка Радика Николаева, Казанский федеральный университет включает в себя 10 общежитий, жилые корпуса, деревня Универсиада. И в каждом из домов будет или уже произведен капитальный ремонт для комфортной жизни студентов. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.